Найти веселку, конечно, не просто, но реально. Это очень семейный гриб. Когда вы находите один, вот видите, он рядом может еще расти один, второй. Вот. Дальше идем. Вот у нас третий грибок. Вот и четвертый. Здесь у нас парочка, шестой и седьмой, рядышком восьмой, вот девятый, десятый и одиннадцатый, а здесь двенадцатый, тринадцатый, прям чертова дюжина.